На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали более 200 жителей Электрогорска совершенно разного возраста. Активно записываются на прием жители старше 60 лет. Уважаемые граждане города Электрогорска, хотел сообщить информацию о том, что в нашей больнице идет активно кампания по вакцинации против ковидной инфекции. У нас работает кабинет вакцинации с 8 утра до 8 вечера, но все это обозначено в электронном расписании. Также у нас работает специально для коллективов, работает у нас выездная бригада. Записаться на вакцинацию можно тремя способами. Первый – через государственный или областной портал госуслуг. Те, кто с интернетом не очень дружен, могут позвонить в колл-центр по короткому номеру 122. Это второй способ для записи. Но наибольшей популярностью пользуется третий способ – личный визит к поликлинику. Сейчас можно уже прийти сразу на вакцинацию без каких-либо анализов, так как доктор при осмотре будет обращать внимание на ваше состояние. В случае, если где-то покажется ему что-то подозрительным или будут какие-то у него вопросы, естественно, он допуск вам не предоставит на вакцинацию. В случае, если это все будет отсутствовать, и вы будете здоровы на момент осмотра, то, соответственно, вы тут же можете пройти в кабинет вакцинации и поставить прививку. Что еще хочется отметить, то что после прививки в течение 30 минут вы находитесь в зоне досягаемости медперсонала, который будет смотреть за вашим состоянием. И в случае, если там понадобится, окажет необходимую помощь. Но пока на настоящий момент таких случаев не зафиксировано. По распоряжению главы регионального Минздрава Светланы Стригунковой, людям будут присылать СМС с напоминанием о необходимости поставить второй компонент вакцины от COVID-19. У нас уже многие идут уже на второй этап вакцинации, так как эта вакцина состоит из двух этапов. Первый этап и, соответственно, через 21 день второй этап для формирования стойкого иммунитета. Коронавирусная инфекция внесена в список общественно опасных заболеваний, профилактика и лечение которых осуществляется строго в рамках ОМС. Также хочется отметить тот факт, что вакцина это является один из проверенных способов уже, как говорится, десятилетиями, веками для формирования так называемого коллективного иммунитета. Поэтому наша с вами задача обезопасить нас и наших близких, наших друзей и, соответственно, наших граждан от распространения этой инфекции. Мы с вами можем уже наблюдать, что есть небольшое относительное снижение данного заболевания по нашему городу, что также отмечает Роспотребнадзор. Поэтому еще раз всех призываю к тому, чтобы обратили внимание на свое здоровье, обратили внимание на профилактику. Сейчас все для этого есть, поэтому, пожалуйста, приходите, записывайтесь. Задать интересующие вопросы и записаться на прививку можно по телефону горячей линии 8-999-878-43-16. Выездная вакцинация трудовых коллективов началась 21 января.